Всем здравствуйте! Бывший участник юмористического шоу Илья Соболев впервые прокомментировал печальные события, связанные с уходом Мартиросяна. В 2017 году стало известно об уходе юмориста Гарика Мартиросяна из популярного проекта. Вскоре после этого его покинул другой популярный артист, Илья Соболев. До последнего момента обстоятельства тех событий, а также их связь между собой для многих оставались неясными. Ходили упорные слухи о конфликтах между участниками знаменитого трио. В недавнем интервью Илья Соболев наконец-то пролил свет на те события. По словам комика, его уход из шоу действительно был связан с решением Мартиросяна. Соболев очень жалеет о том, что Гарик поступил подобным образом, ведь он был настоящей душой проекта. Проект покинул не только Гарик Мартиросян, ушла целая эпоха. Когда там был Мартиросян, то я чувствовал себя как дома. Он творческий, и мне нравились его проявления творчества. Когда он ушел, то вскоре закончилось наше трио, и я тоже оттуда ушел. Все случилось в одно время, в один период, объяснил Соболев. Ранее другие участники команды тоже высказывались по поводу произошедшего. Так Алексей Смирнов рассказывал, что между участниками трио начались постоянные стычки, которые касались как творческих, так и бытовых вопросов. В свою очередь, Антон Иванов подчеркнул, что бывшим коллегам удалось расстаться мирно, без каких-то слов за спиной и крысятничества. Поклонники регулярно спрашивают у Ильи Соболева, когда он вернется. Юморист отмечает, что он к этому не готов, ведь в нынешнем виде проект, по сути, уже исчерпал себя. «Это должно быть что-то другое. Это не переделать уже», — сказал Соболев. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.